Ранее наши иностранные гости жаловались на то, что визу в Россию было получать сложно и непонятно, то сейчас таких сложностей нет. У граждан 55 стран появилась возможность оформлять электронную визу. Чем активно пользуются гости из арабских стран? Именно их сейчас в Москве больше всех. Они удивились, не знали о Москве или о стране, о России ничего, только с плохих источников. И они приехали, сами убедились, что на самом деле здесь все очень классно, комфортно, народ встречает. В цирке на проспекте Вернадского ими выкупаются целые трибуны. Русский цирк, мы так много слышали о нем. Он очень знаменит во всем мире. И то, что сегодня вытворяли воздушные гимнасты, нас поразило. В Кувейте именно Москва сейчас самое популярное туристическое направление. Мы хотели бы, чтобы для нас тоже был введен безвизовый режим. Уже идут переговоры о том, чтобы ввести безвизовое соглашение между Россией и некоторыми арабскими странами. По мнению экспертов, поток туристов тогда может вырасти несколько раз. Анна Балан, Юрий Заболотник, Филон Агасиева, Вероника Магазичка. Вести.